При задержании преступников эти сотрудники всегда в масках. Их контингент – торговцы наркотиками. Но несмотря на особую специфику своей работы и ее негативные стороны, офицеры спецподразделения «Гром» рассказывают о ней с удовольствием. На уроке мужества в школе номер 26 они поведали ребятам историю создания специального отряда, своей службе и тренировках. У нас сегодня в рамках уроков мужества, посвященных уже Дню Победы, проходило мероприятие – встреча с сотрудниками отряда особого назначения «Гром». Интересная беседа, интересные ребята рассказали о своей службе, рассказали о буднях и о том, как работают. Даже не ожидала, что мои семиклашки так будут слушали, интересовались, задавали вопросы. Также офицеры привезли и продемонстрировали школьникам фильм о негативных последствиях употребления наркотиков и объяснили: самое важное – вовремя сказать «нет», если предлагают попробовать. Сегодня мы не ожидали таких гостей. Нам очень понравилось. Нам показали 2 видеоролика о работе отряда «Гром». У нас остались незабываемые впечатления. Я, как патриот, еще больше после этой беседы хочу служить Отечеству. Особый интерес у школьников вызвала офицерская экипировка. Сотрудники спецподразделения не только продемонстрировали ее ребятам, особенно заинтересованным даже дали примерить. Но главной фишкой встречи стало настоящее боевое оружие, которое офицеры разрешили школьникам подержать. Это для нас большая честь, что наша школа приехала отряд «Гром» и продемонстрировала нам, как они работают, их рабочие времена, как они что делают, и показали нам их оружие, их спецодежду. Как нужно, что нужно делать, чтобы в дальнейшем стать такими, как они, как бы, и смотивировали на многое, что нужно учиться, что нужно достигать своей цели. Если ты поставил цель, нужно до нее дойти и не делать шаг назад, идти всегда вперед и не связываться с преступной деятельностью. В конце встречи офицеров ждал град вопросов. Служба в полиции и как на нее попасть стал самым главным. Светлана Садовая, новости на 8.